48 очков Стефана Карри принесли новую победу Golden State Warriors. В очередном матче регулярного чемпионата НБА воины на выезде обыграли Dallas Mavericks со счетом 119-114. Это четвертая победа подряд подопечных Стива Кера. Кроме Карри, в составе действующих чемпионов отличился Кевин Дюран. На его счету 28 очков. Еще 16 добавил в копилку победителей Клей Томпсон. Самым результативным игроком у «Маверикс» стал Лука Дончич. Он принес своей команде 26 очков. На паркет «Даллас» вышел не в лучшем составе. Из-за травм встречу пропустили защитники Джей Джей Барея и Деннис Смит-младший. В концовке матча команде не удалось реализовать 8 бросков. Таким образом, воины занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Маверикс» – 13-е.